Хорошие сочинения в школе, статьи в газете, фотографии и многое другое. Увлечения Ольги Перегудовой, героини нашего следующего сюжета, постепенно превращаются в творческий путь и профессиональную деятельность. На чистом листе бумаги у нее рождаются реальные люди, нереальные истории и жизнь нашего города. «Я говорить не люблю, я люблю писать», — говорит с улыбкой Ольга. С 12 лет ручка в руках – главное оружие, с которым она встает против белого листа. Оля пишет в двух жанрах – художественном и информационном. Печатается в газетах и на сайте, ведет блог. Рассказы я пишу разные, то есть о людях, о вообще несуществующем, сказки, например, вот, о вымышленных персонажах. Также о наболевших проблемах, о людских проблемах. Ну, потому что очень нравится наблюдать за людьми, и как-то в прозе это больше у меня получается. Там как-то обширнее можно растянуться, расписать все. А стихи – это как-то более коротко все, сжато. Публиковать прозаические произведения, стихотворения и информационные заметки стало год назад. Тогда же Ольга приняла участие и в программе «Внимание! Конкурс». В творческом поединке с пером в руках побывали юные писатели Рассказова. Ольга рассказала о городской команде клуба «Веселых и находчивых» и стала победителем. Оля в этом году окончила школу и уже поступила на факультет журналистики. За год до поступления готовила портфолио и, надо сказать, собрала приличный багаж. В творческую копилку вошла награда с конкурса «Юный журналист». В номинации «Юный фотокорреспондент» Ольга Перегудова заняла первое место. Мне досталось декоративно-прикладное искусство, и нужно было как можно точнее, ну, рассказать об этом кружке. Нам дали некоторое время и разделили на группы. В моей группе было 3 человека, и вот мы по очереди заходили и фотографировали детей, там, воспитателей, работы, да. И по итогам этого конкурса мне дали первое место. Я была выдвинута на президентский грант. В ее работах знакомые отмечают индивидуальность и свой слог. Открытость к окружающим она не скрывает и даже приглашает гостей и читателей своего блога окунуться в себя. Вообще мне нравится писать о людях, о творческих людях, которые что-то заняли в жизни, что-то сделали, добились. И о культурных мероприятиях, праздниках, каких-то событиях в городе. Творческие направления Ольги разнообразны. Она пишет сказки, немного рисует и фотографирует. Получается, в мыслях и руках одного человека рождаются и сохраняются моменты жизни. Юлия Князева, Алексей Шаповалов, новости ТВ Рассказово.